В Ханты-Мансийском автономном округе осложнилась паводковая ситуация. Уровень воды в Аби постоянно поднимается. В ряде районов, в том числе в городе Нижневартовске, введен режим чрезвычайной ситуации. В зоне подтопления сотни частных домов и дачных участков. Один из поселков, где живет почти 2500 человек, вообще отрезан от большой земли. Масштаб разлива можно оценить по кадрам, сделанным с воздухом. В состояние повышенной готовности приведены подразделения МЧС. Спасатели на лодках патрулируют территории и при необходимости эвакуируют людей в безопасные места. Развернут пункт временного размещения. Дети направлены в летний лагерь. По прогнозам, ближайшие дни вода еще будет прибывать, обещают осадки. Как ожидается, на спад наводнения пойдет к началу следующей недели.